Доброе утро. Сегодня у меня рабочий день, и решила показать вам, как я собираюсь на работу. Просыпаюсь обычно вот в таком виде, не каждый день, но стала чаще приклеивать тейпы. Даже заказала себе книгу на Озон по тейпированию. Потом вам покажу. Сейчас нужно это все снять. Снимаю просто. Эта композиция тейпов убирает морщины на лбу и межбровку. Межбровки нет. Сейчас буду делать все, что я делаю всегда. Я сейчас буду краситься, у меня тут на кухне все моется, варится, YouTube включен. В общем, буду я краситься. Сегодня я хочу вместо тональной основы нанести запеченную пудру. Запеченную пудру и влажный спонж мне понадобится. Мне очень нравится, как она ложится таким способом. Вот так делаем. Здесь образуются такие комочки, поэтому я вот так слегка обтираю. И начинаю прихлопывающими движениями наносить на лицо. Я потеряла, кстати, свое зеркало. Покрытие получается тонкое, но красивое. Правда, такой способ и не понравится сухой коже, потому что слегка подсушивает. Давайте я сейчас вам покажу, для чего мне такая большая сумка на работу. А все потому, что я ношу с собой еду. Во-первых, обязательно бутылочка воды. Это я просто дома наливаю воду себе, потому что на работе у нас вода не такая вкусная, как дома. И два раза у нас обед, и вот у меня два контейнера сегодня с едой. Здесь курица и макароны, и картошка с сосиской. Также обязательно у меня каждый день я ем овощи и фрукты. Вот. Огурец, помидорка, банан, яблоко. Все это я буду сегодня есть. Еще бы я хотела взять что-нибудь сладкое, потому что после еды мне прям обязательно надо что-то сладкое покушать. А то день пройдет зря. А сейчас я буду завтракать. Вот такой у меня сегодня завтрак. Совершенно обычный. Тосты с сыром, с маслом и зеленый чай. Также у меня всегда в сумке еще один пакет, чтобы я могла делать покупки. И косметичка. То есть вот сейчас косметичка, водичка, кошелек надо взять, не забыть. И вот получается целая сумка.
Все, вышло. Иду на остановку. Сейчас время почти 9. Встаю я в 6:30. Сегодня у нас на улице тепло, днем даже будет плюс 2. Отлично. Надеюсь, не замерзну. Я очень не люблю мерзнуть. У меня такая тяжелая сумка. И поэтому я не всегда ношу с собой еду. Но не только поэтому. Еще потому, что я не люблю готовить. Смотрите, у нас какие сугробы огромные. Все дома сидят. Видите, сколько машин. А я на работу. Сегодня просто выходной. В основном у всех людей, кроме меня. Все, пришла на работу, сижу в подсобке. Самое важное утром перед работой — это попить чай. Будем первым делом ставим чайник, потому что надо. Прошло 4 месяца, я все еще новый сотрудник, надо новый бэджик. Сейчас вечер, я уже пришла домой с работы. Сейчас я буду принимать ванну, я умылась, на лицо, сейчас закрою, на лицо нанесла вот такую масочку от Фитокосметик. Она очень приятная, мне нравится. Также я купила сегодня себе вот такую соль, сибирская, рапная. От Фитокосметик. Также тут, кроме того, что здесь соль, здесь еще пакетик с хвойным комплексом. Именно такую я еще не пробовала. Я пробовала другую. Там был пакетик с травяным сбором, который нужно было заваривать. Но так как заваривать и ждать 20 минут, а мне это вообще лень обычно делать, то в этот раз я взяла с хвойным комплексом. Его заваривать не надо. Сейчас посмотрим, что это такое. Так, вот, смотрите, получается, здесь соль и соль посыпалась. И вот такой хвойный комплекс, он жидкий. Давайте сначала высыпем соль, у меня только пол ванны пока набралось, я еще потом наберу, конечно же. Так, я высыплю половину этого пакета, пожалуй, хорошо. Вот он какой, хвойный комплекс, пахнет очень вкусно, елочкой, смолой прям. Так, а что написано? А, растворите всю соль, хорошо. Инструкции для слабаков. Так, растворите соль в ванной, добавьте хвойный комплекс, перемешайте, принимайте 15-20 минут. Буду принимать ванну, наслаждаться, отдыхать. Все, сейчас буду ложиться спать. Хочу сегодня использовать вот такую маску. Почему я вам ее показываю? Это не просто маска, здесь внутри вот такой вкладыш гелевый. Его можно использовать как в горячем виде, так и в холодном. То есть, если вам нужно снять отеки с глаз, вы можете положить эту масочку в холодильник на какое-то время. Здесь вот так, в кармашек такой вставляется она. Вот, и потом надевать на глаза, и тогда будет противоотечный эффект. Но я не люблю ничего охлаждающего, а можно использовать так, как я люблю. Наоборот, ее нагревать. Нагревать ее можно в микроволновке на 5 секунд. Ставим, трогаем. Если достаточно, все. Если недостаточно, еще на 5 секунд. То есть по 5. Я где-то в общей сложности секунд 30 ее нагреваю, потом надеваю на глаза. При этом... Если у вас устали глаза за день, то такая теплая маска помогает им расслабиться и быстрее уснуть. Единственное, что она остывает достаточно быстро. Моя дочь сказала, что это рисунок Ван Гога. Это же ария Карио, речитаро.